Давай, Саша. Так, ну я хочу рассказать про такую проблему, как построение канонических метрик на многообразиях фана. Ну и про те понятия, алгебро-геометрические понятия и инварианты, которые при этом возникают. Пусть у нас x для простоты гладкая, проективная многообразие на C такое, что его антиканоническое линейное расслоение, которое можно определить как детерминант касательного, обильно. То есть первый класс Черна многообразие X, который есть первый класс Черна его антиканонического линейного расслоения, Кэллеров. Буквой омега я буду обозначать положительную форму Кэллеровой метрики, которая лежит в этом первом классе Черна. Это называется многообразием фана. Вот, то есть первый класс Черна является Кэллеровым классом. Ну, вообще Кэллеровых метрик в этом классе когомологии много. И мы можем задаться вопросом, есть ли среди этих метрик какие-то выделенные. Ну, вопрос в том, что значит выделенные. Один ответ заключается, ну, он выражается таким понятием, как метрика Кэллера-Эйнштейна. Значит, что это за условие такое? Условие. Давайте я буду писать сокращенно Кэллера-Эйнштейна. Значит, смотрите, у нас есть метрика, Кэллерова метрика, в частности, является эрмитовой метрикой вот на этом векторном расслоении. А это его детерминант. Поэтому у нас, естественно, возникает индуцированная метрика. Да, то есть и у индуцированной метрики на линейном расслоении есть один-один форма кривизны. То есть что такое форма кривизны метрики, давайте я вот так обозначу, на линейном расслоении, на антиканоническом линейном расслоении. Значит, это есть след относительно омеги тензора кривизны, соответствующей эрмитовой метрике омега на Tx. То есть это будет тензор кривизны вот это есть что? Это есть 1-1 форма с коэффициентами в эрмитовых эндоморфизмах расслоения. И у этой формы мы берем след как у эндоморфизма. То есть это... Ну и теперь... То есть у нас есть индуцированная метрика, есть ее форма кривизны. И она по определению... она называется кривизной Ричи в метрике омега. Это тоже 1-1 форма, которая лежит в первом классе Черна многообразие X. Значит, вот это определение и условия. Условия Кэллера-Эйнштейна. Значит, тут лучше написать кривизна Ричи. Условия Кэллера-Эйнштейна, ну это, то есть омега и Ричи от омега это две формы, которые лежат в одном и том же классе когомологии. Вот. Это условия
Келлер-Эйнштейна, это просто то, что они пропорциональны, но с коэффициентом единица в данном случае. То есть вообще условия Келлер-Эйнштейна – это то, что здесь есть некоторый коэффициент. То есть оно имеет смысл, когда этот класс либо антиабелен, либо абелен, либо нулевой. То в данном случае мы рассматриваем, когда он абелен, то есть можно коэффициент взять равным единице. Вот. Вот такое условие. Расписывая все локально в координатах, можно увидеть, что это условие, выполнение этого условия равносильно существованию решения некоторого вполне нелинейного дифференциального уравнения, которое называется уравнением Монжа-Ампера. Вот. В конце 70-х годов Абан и Яо сумели доказать существование и единственность решений таких уравнений и построить метрики Келлера-Эйнштейна на многообразиях как раз с отрицательным первым классом Черна, то есть там, где минус здесь стоит, и на многообразиях Калаби-Яо, то есть там, где это условие просто Ричи Атомига равно нулю. А случай многообразий Фана, он самый сложный, и он оставался, он самый сложный хотя бы потому, что это условие не всегда выполнено. То есть бывают такие многообразия, на которых не бывает метрик с вот этим условием. Там простейшее препятствие – это, например, нередуктивность группы автоморфизмов. Препятствие. Это построил еще в 50-х годах Мацушима. То есть группа автоморфизмов многообразия X должна быть редуктивна. То есть, если она не редуктивна, то X не Келлер-Эйнштейнова, то есть не допускает такой метрики. Большая сложная задача в теории многообразия Фана – это определить, какие многообразия Фана все-таки допускают такие метрики, и как это охарактеризовать в алгебро-геометрических терминах, чтобы эта характеризация была в каком-то смысле вычислимой, то есть чтобы мы могли у конкретных многообразий Фана проверять, являются ли они Келлер-Эйнштейнова. Потому что выписать такую метрику явно более-менее почти никогда невозможно. Разве что метрика Фубини-Штуди на проективном пространстве, она является Келлер-Эйнштейновой. А в остальных случаях этого мы делать не умеем. Оказывается, эта проблема была решена в 2015 году Ченом, Дональдсоном и Суном, и независимо Тианом. Оказывается, что равносильным условием, давайте напишу теорему, Чен, Дональдсон, Сон и Тиан. Равносильным условием для существования такой метрики, то есть X Келлер-Эйнштейнова, тогда и только тогда, когда X удовлетворяет некоторому условию стабильности. То есть я поясню, что это значит. XK поле стабильно. Это такое условие. Я поясню, что это значит. Но это условие, которое формулируется в терминах не самого многообразия X, а нужно смотреть на все возможные его однопараметрические вырождения. Это такое условие, которое априори очень сложно проверять, потому что однопараметрических вырождений априори очень много. Как можно пояснить, откуда здесь вообще берутся вырождения? Возможная стратегия. Объяснение. Или метод.
такой очень классический метод, называется метод непрерывности. Давайте будем пытаться решить вот это уравнение. Ну как, начнем с какого-то совсем простого уравнения, которое мы умеем решать. А потом рассмотрим однопараметрическое семейство уравнений, зависящее от параметра t. Такое, что при t равном единице у нас будет то уравнение, которое нужно, а при t равном нулю какое-то уравнение, которое мы умеем решать. Вот. Ну и попытаемся доказать, что множество тех t, для которых уравнение имеет решение, оно одновременно и открыто, и замкнуто. Ну и тогда получится, что это есть весь отрезок, тогда мы получим решение. Вот. Значит, семейство уравнений, которое рассматривается, это такое уравнение Риччи от омега t равно t от омега t омега t плюс 1 минус t омега. Значит, если положить t равным нулю, ну, мы начинаем с какой-то метрики, фиксируем какую-то метрику в первом классе Чебна на Габразе X, да? Начинаем с нее. При t равном нулю получится... сейчас, минутку. Мы фиксируем какую-то метрику и назовем ее омега. Прошу прощения. Вот мы начинаем с нее. А нам нужно найти семейство метрик. То есть омега-0 это будет первое решение. Риччи от омега-0 равно данной форме омега. Ну, то есть омега, конечно, не равно омега-0. Вот. Ну и такое уравнение мы умеем решать. Это как раз по теореме Яу. Это просто уравнение Монжа-Ампера. И линеаризуя этот оператор в подходящем пространстве функций, мы видим, что можно воспользоваться теоремой об обратной функции. И то есть вот это множество таких t, лежащих в отрезке 0,1, что уравнение, вот эта звездочка, имеет решение. Решение... Это, ну, оно включает в себя ноль, ну и это какой-то открытый отрезок, ну, полуинтервал, вернее. Вот, то есть открытость мы в этом случае можем доказать, но вот замкнутость получается доказать не всегда. То есть для того, чтобы доказать, что вот это множество замкнуто, нам нужны какие-то априорные оценки на поведение вот этих функций омега-т при t, стремящемся к единице. Ну и оказывается, что такие оценки не всегда можно найти. Вот. Но, значит, откуда здесь берется вырождение? Значит, вырождение. Вырождение многообразия X. Значит, откуда здесь берется вырождение? Если... То есть мы можем посмотреть на что? То есть у нас есть... x с метрикой омега t. Давайте рассмотрим пространство глобальных сечений на x кратного. То есть будем брать степени линейного расслоения минус kx и рассмотрим пространство сечений. Но поскольку минус kx обильно, то эти пространства, их размерности растут довольно быстро, то есть сечений много. И, соответственно, вот эти формы, они дают некоторые скалярные произведения. Вот, оказывается, что можно найти m, то есть существует m0, такое, что... Мы можем выбрать ортонормированные базисы в этом пространстве, такое, что значит, мы можем выбрать ортонормированные базисы в пространстве H0 минус m0 kx.
которые вложат нам, значит, ну, такие, что у нас есть вложения, такие, что существуют вложения в какое-то большое проективное пространство. И, ну, и соответственно, что у нас есть? У нас есть семейство базисов, которые нам дают однопараметрическую подгруппу в GL n плюс 1 C. Вот, так что, значит, так что омега Т это единица на М, ну, я напишу форму Фубини-Штуди. То есть мы можем так отнормировать, как бы, что все эти формы будут приходить с одного и того же вложения, но просто заданного кратностями в этой линейной системы. Значит, то есть у нас появляется вложение X в проективное пространство, и есть однопараметрическая подгруппа, которая двигает этот образ в проективном пространстве. И вот... Что? Да, числа m разные, но вопрос в том, что их можно выбрать ограниченными. Вот в чем дело. Значит, вот это множество данных называется тест-конфигурацией. То есть, ну, откуда здесь берется вырождение? Мы просто, у нас есть семейство xt равно вот просто вот это лямбда от t. Мы берем элемент отсюда и смотрим, как он действует на образ лямбда от t на x. Просто x я отождествляю своим образом здесь. А потом мы берем как бы предел при t, стремящемся к нулю. То есть x0 — это предел в схеме Гильберта. То есть это некоторая подсхема, вообще говоря, довольно плохая в проективном пространстве. X0 — это C со звездочкой инвариантная подсхема в ПВН. Да-да-да, да, действительно. Значит, здесь оказывается, что если мы будем рассматривать предел вот соответствующих Риммановых многообразий в пространстве Громова-Хаусдорфа, ну, там надо метрику отнормировать соответствующим образом, оказывается, что этот предел, который априори всего лишь метрическое пространство, он оказывается почти везде, там где-то кроме небольшого множества, алгебраическим. Это очень нетривиальная теорема. В смысле мера Хаусдорфа. То есть множество, там надо выбросить множество какой-то, в смысле размерности Хаусдорфа. Да. Что замкнутое множество P? Центральный слой? Да. Да. Не-не, так как я его определил, он является алгебраическим. Но нетривиально это то, что его можно получить как предел Громова-Хаусдорфа. Чисто таких метрических терминов. Вот. И для этих тест-конфигураций, то есть поскольку это инвариантная подсхема, у нас есть градуированное кольцо функций. Это кольцо функций. На
на x0. То есть там есть c со звездочкой действия. Вот. И надо, оказывается, что надо посчитать как бы аналог веса. То есть это вот Ваня, видимо, упоминал в докладе GIT-стабильность. Вот. Там есть понятие веса со звездочкой действия. Ну и здесь есть похожее понятие. То есть инварианты тест-конфигурации давайте тест-конфигурацию буду обозначать XL. То есть X — это просто тотальное пространство, а L — это индуцированная как бы поляризация с вот этого вложения. То есть все вложено в одно проективное пространство. То есть DF от XL — это инвариант Дональдсона-Футаки, он получается так. Он получается так. Значит, у нас есть какие? У нас есть размерность, просто катеградуированные компоненты. И есть тотальный, общий вес. Общий вес, сумма весов действия на РК. То есть функция Гильберта для больших k — это полином. Это a0 на kvn плюс a1 на kvn минус 1 плюс чего-то там для больших k. Но это тоже на самом деле полином. Это можно тоже для больших k. Уже полином на единицу большей степени. b0 kn плюс 1, плюс b1 kvn, плюс и так далее. Вот. И инвариант Дональдсона-Футаки он определяется как a0 b1 минус b0 a1, и это все поделить на a0. То есть как бы это детерминант матрицы, составленный из вот этих первых двух коэффициентов в асимптотических разложениях. Ну, плюс еще поделен на a0, извиняюсь. Вот. Но это такой аналог веса со звездочкой действия. Вот. И еще одна функция — это норма. То есть норма тест-конфигурации, она нужна вот для чего. Она нужна для того, чтобы определить, когда такое вырождение является тривиальным. Ну, что такое, например, тривиальное вырождение? Там совсем глупое. Возьмем произведение, да? Возьмем произведение x на a1, и просто возьмем обратный образ минус kx. Это вот такое совсем тривиальное вырождение. Но тривиальное вырождение получается, если мы со звездочкой действия просто возьмем его композицию с какой-то однопараметрической подгруппой, лежащей в автоморфизмах x. Вот. Это не отрицательная функция. Неотрицательная функция, которая равна нулю только в том случае, если норма равна нулю. Прошу прощения. Сейчас. Это неотрицательная функция, которая равна нулю только тогда, когда тест-конфигурация тривиальна. Когда x нормализация изоморфно просто произведение. Вот. И условие стабильности, оно заключается в том, что значит, K-полистабильность это Дональдсон-Футаки это не отрицательность всех этих инвариантов. Не-не-не, у икса с антиканонической поляризацией.
у икса прямого, да, что для любого выражения, да, для любого выражения эта функция неотрицательна и равна нулю только в том случае, если норма равна нулю. Вот. То есть вот это условие, оно эквивалентно существованию метрики Келлер-Эйнштейна, но проблема в том, что его трудно проверять, что этих тест-конфигураций бесконечно много, и там, если группа автоморфизмов бесконечна, то у нас там тоже возникает там бесконечно много тривиальных тест-конфигураций, которые приходят просто из-под круток тривиальные. У чего? Вот у произвольных многообразий фана процессорных модулей не бывает, они очень плохо себя ведут. Например, эти вырождения, они неоднозначно определены. То есть одно и то же семейство может вырождаться в разные многообразия. Более правильное условие – это условие равномерной стабильности. Вот, то есть если их отношение отграничено от нуля какой-то для некоторого положительного эпсилона. Вот, то есть суть вот этого условия в том, что у нас есть некоторая равномерная оценка на отношение этих функций. И мы можем надеяться, что как-то вот максимум таких эпсилон можно выразить через инварианты многообразия. Вот. И давайте я сформулирую уже наконец теорему, потому что, к сожалению, слишком много времени это заняло. Значит, критерий. Давайте я скажу же эквивариантный, равномерной кастабильности. Вот, то есть вот это условие более правильное, то есть есть шанс его проверять эффективно, но проблема в том, что это условие слишком сильное. В частности, отсюда следует, что если норма тест-конфигурации равна нулю, то тест-конфигурация просто тривиальна. То есть она даже не является подкруткой тривиальной, а просто тривиальна. То есть, в частности, вот это условие запрещает все однопараметрические подгруппы в группе автоморфизмов. То есть группа автоморфизмов вообще должна быть конечна. То есть, у нас есть критерий существования метрики, он более простой, но работает только для многообразия с конечной группой автоморфизмов. Вот, я разбирался с тем, можно ли каким-то образом вот это все адаптировать, именно условия равномерности, к случаю бесконечной группы автоморфизмов. Значит, пусть G в группе автоморфизмов связанная подгруппа. Ну, группа автоморфизмов, она линейная, алгебраическая, поскольку она фиксирует класс обильного дивизора. Вот. И это какая-то здесь подгруппа. Значит, вот смотрите, мы начинали с какой-то метрики и пытались решать вот эти вот уравнения. Но если у нас группа, например, редуктивна, то ее компактная форма действует на метриках в этом классе как гомологии, и мы можем усреднять. То есть мы можем начать с инвариантной метрики и пытаться решить вот это уравнение в пространстве инвариантных метрик.
Вот, то есть решение будет выражаться как омега плюс какая-то инвариантная, плюс ddc от какой-то инвариантной функции. Вот. И есть теорема, что в случае, если мы не можем решить это уравнение при t равном единице в пространстве инвариантных функций, то та тест-конфигурация, которая получится в результате этого процесса, она тоже будет инвариантной. То есть проверять достаточно только те тест-конфигурации, которые инвариантные. То есть у нас есть еще действие g, которое коммутирует с вот этим c со звездочкой действием. Что? Да, 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 конечно. А это она должна быть рекурсивная? Ну, это расширение на конечную группу. Ничего ж не изменит. Конечно, на конечную. Эта группа линейна. Но она вкладывается в PGL. Ну, тем не менее, да. Но группа компонент связанности в этом случае конечна. Значит, ну, если группа достаточно велика, то есть шанс, что условие равномерной стабильности будет выполнено. Вот. И значит, давайте я сформулирую теорему. Все, я сформулирую теорему и скажу там пару слов. Да, я понимаю, что я затянул. Значит, эта теорема доказал Фуджита при G тривиальной. И я это как бы адаптировал к случаю G, вот, связанной, замкнутой. В случае G такой, как выше. Значит, существует, ну, теорему можно сформулировать так. Значит, x равномерно костабильно, ну, значит, x везде фана. Ну, здесь можно разрешать даже особое многообразие, но это не важно. Равномерно костабильно относительно g эквивариантных вырождений. Тогда и только тогда, когда некоторый инвариант, который называется дельта g от x, больше единицы. Ну, у меня уже, конечно, нет времени определять дельта g от x, но важно, что это инвариант, зависящий только от многообразия x. То есть его можно вычислить в терминах многообразия x. Вот. Ну и последнее. Значит, просто... ну, этот инвариант, он на самом деле... Как нам закодировать вырождение в терминах самого многообразия? Ну, вырождение — это то же самое, что на самом деле... Более-менее то же самое, что фильтрации на антиканонической алгебре. Такие фильтрации задаются просто нормированиями на поле рациональных функций. Вот, то есть это как, ну, нормирование в обычном смысле, как в теории чисел. Вот. Ну и изучая такие нормирования и их инварианты, можно вот такой дельта G определить. Вот я просто проверил, что все это проходит в случае G. Ну, наверное, все. Спасибо. Да. Значит, здесь ситуация такая. Условие существования метрики Кейлер-Эйнштейна, оно
действительно плохо ведет себя при деформациях. Ну, например, там бывает семейство V22, где есть многообразие Мокайума и Муры, и в сколь угодно маленькой окрестности, там бывают как многообразия, которые имеют метрику, так и многообразия, которые ее не имеют. Вот. Причем группа автоморфизмов у них сильно меняется. Там, у каких-то она конечна, у каких-то она бесконечна. То есть тут что-либо сложно сказать. Но с другой стороны, условия стабильности, опять же, про условия полистабильности мы ничего такого определенного не можем сказать. Но вот условия равномерной К-стабильности, оно ведет себя хорошо. То есть есть теорема, что функция, сейчас скажу какая. Значит, вот этот дельта-инвариант только без группы пока что. То есть если группа тривиальна. Функция, если у нас есть семейство там xt, да, то функция, при которой t переходит в минимум из единицы и дельта xt, она полунепрерывна снизу, и она вообще конструктивна. Вот, то есть, в частности, те многообразия в этом семействе, которые равномерно стабильны, это открытое по Зарийскому подмножеству. Ну, с группой, как бы, таких результатов нет, но это нужно, видимо, чтобы все семейство было эквивариантно. А таких семейств довольно мало, потому что обычно... Ну, конечно, как у Мокайо Мемура. То есть она большая у одного многообразия, а у остальных она там же гораздо меньше. Даже не могу сказать. Ну, может быть, про открытость что-то и можно сказать. А, хотя нет, даже, наверное, про открытость нельзя. Нет, наверное, все-таки это плохое множество. Спасибо.